Привитание всем. Такой старичок сегодня у меня. Роланд W30. Рабочая станция. Еще загрузочные дискеты. Короче, старенькая, но выглядит очень прилично. И играет тоже, кстати, прилично. Но стали неуверенно нажиматься некоторые клавиши. Погасла подсветка. Поэтому надо с ней как-то порешать. Играть-то на ней все равно можно, но не так, как хотелось бы, неполноценно. Вернем-ка ее в строй. Хотя ей уже, так если подумать, 89-й, это получается 11 плюс 24, 35 лет. А выглядит-то как? Выглядит по-настоящему, по-взрослому. Ну что ж, приятный, чистый Роланд за столько-то лет. Вот, видимо, что-то было с гнездами. Хотя, может, мне и кажется. Кстати, блок питания уже импульсный. Не трансформатор. Сейчас мы определим, как, с какими клавишами у нас вопрос. Как нам добраться до подсветки. У нас дисковод, мне показалось, что с ним что-то не так. Да нет, ошибся, все в порядке. Клавишки пометил. Вот, молчит. Вот, молчит. Вот, молчит. Вот, молчит. Ла диез. И вот, молчит. Сейчас будем с ними заниматься. Меня смущает то, что так редко бывает, что молчит. Вот фа диез и вот фа диез. В этом что-то общее. Другая фа диез, скажем, она играет, а с этой стороны нет. Вот раз, два. А больше фа диез у нас и нету. С этой стороны, может, дело и не в риберах. Может быть, дело в проводке. Теперь это выглядит вот так. Вот наши ПЗУшки драгоценные. Вот у нас здесь экранированный модуль подсветки. А вот клавиатура, которую надо будет сейчас снять. И сделать ревизию. Вот она и снялась у нас. Ну, вроде все красиво. Единственное, меня смущает отсутствие грузиков на задней части. Клавиш, вернее, они есть, но только на двух клавишах, эти грузики. Это надо будет, честно говоря, сейчас не готов ответить, должны быть они там или нет. Теперь, когда она в таком удобном виде, приступим к работе с клавиатурой. Стал наш Роландик щербатый. Вот клавиша, которая не звучала. С ней, похоже, все в порядке. Нигде ничего не обломано. Так что, скорее всего, дело в резинках. Для начала мы их помоем. Посмотрим на результат. По-моему, все. Все, которые замечены. Засыпано какой-то травой. Вот это от обшивки кейса что-то. Но площадки тоже загрязнены. И мы будем очень надеяться, что чистка этого мусора нас спасет. Так как сами резинки выглядят неплохо. Я их сейчас перемерю. Вот есть стоптанная совсем. Вот еще одна. Да, ну есть, конечно, проблемы. Сейчас мы их перемерим. Несмотря на возраст, все пятачки имеют сопротивление несколько десятков Ом. И даже немножко удивляют.
Это вам не Китай, где уже пятачки рассыпаются через 2-3 года не сильно активной эксплуатации. А вот здесь оно все еще в порядке. Ребята, это 35 лет. Не все из вас еще этот срок прожили. Это вам не самограечка. Да, удивило. Посмотрим, конечно, как оно будет контактировать. Здесь тоже вроде все отмылось. Ну, все вроде теперь красиво. Я вам скажу, китайские платы и резинки мыть спиртом нельзя. Вам такой вот секретик. А вот здесь оно вполне себе. Сейчас еще пятачки эти для успокоения тоже перемерю. Я думаю, здесь вообще все хорошо будет. Проветривается. Эта часть клавиатуры готова уже. Здесь резиночки сохнут. И вот эту гору надо будет поставить сейчас на место. Примемся за подсветку. Ставим сначала черные, иначе белые потом поставить будет сложноватенько. С клавиатурой вроде разобрались. Теперь пора приняться за подсветку и память. Буду скручивать. Надо ждать подсветку и надо ждать реберы. Потому что не все так красиво, как хочется. Ну, заодно, может быть, операционную систему обновим и новые библиотеки со звуками добавим. Тут уже как приедет. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Cinderella, yeah. I think I'll find your glass slipper, baby. Тут уже как приедет. И в итоге всем пока. Скорее всего, будет вторая серия.